Народ, вот я прибыл в Заславль. Здесь я был раз пять, а может и больше. Пока мы посмотрим достопримечательности, по дотам я лазить не буду сегодня. Времени, в принципе, и нету. Почему я не поехал, хотел, хотя на дальнее. Ремонт железной дороги производится, причем в трех направлениях одновременно. Причем в основном по выходным дням. Поэтому я приехал в Заславль. Я вам все покажу, засниму, так что будьте на моем канале, добавляйтесь, плюсуйтесь, подписывайтесь, задавайте вопросы, я все отвечу. Ну, погнали.
Вал крепости бывшей, кстати. Мы там наверху пройдемся, там тропинка есть. Доходим, подходим к тропе. Кстати, на этой тропе будьте осторожны. Палки кое-где гнилые этот раз были, не знаю, как этот раз. Ну, посмотрим. Ну да, прогибаются палки под ним весом по 75 килограммам. Чувствуется, раньше как-то прочнее было. Но здесь, блин, эти меняли палки. То, что я говорил. О, видите? Вон гнилая, еще одна. Вот новая. В этот раз были закрыты. Да, запаха не забуду в течение пару часов точно.
проросла. Это после момента, когда я забыл, проросла лестница, была чистенькая, покрашена свеженькая. Уже все, не смотрит за лесенкой. Забираемся на крепостные стены, на валы эти крепостные, где стены стояли. Здесь крепость еще та была. Такой вот у меня сзади антураж, солнечно, много людей, видно, в Минске надоело всем тусоваться. Такой вот антуражик у меня сзади. Что я здесь на красивом этом месте хотел вам рассказать? Одну историю, так сказать, из ненастоящей истории, а альтернативной или параллельной или косвенной истории, можно так сказать, правдивой истории, кто как считает. Короче, Заславль, как вы знаете, здесь как бы была крепость, велись бои в свое время во Вторую мировую войну, но это не про это. В альтернативной истории есть тот факт, что здесь была звезда крепость. Многие блогеры здесь были, так сказать, даже ваши российские, даже казахские, и многие сводятся, что историки просто не договариваются полностью, и звезда все-таки здесь была. Здесь, как вам сказать, курганов очень много. Сегодня я вам, может, один из них покажу. Здесь недалеко через мост перейти, и тоже там большие курганы есть. Я на них был, да, реально очень большие, очень много чего видно. Поля, когда пахают, достают камни, что-то типа кирпичей. И реально, если вы возьмете карту и прочертите все вот эти барханы, барханы, курганы большие, где именно камни, я, конечно, не буду в камнях копаться сегодня, я еще раз повторяю, только показываю достопримечательности сегодня, то получается крепость Звезда. Где мы стоим, это как бы кусок, который хорошо сохранился, как альтернативные историки говорят и блогеры. Этот кусок не представляет очень большой какой-то доказательной базы, так сказать. Поэтому кто переписывал историю по их мнению и кто не изучил всю полностью историю, тот считает, что здесь была просто малая крепость в средневековые времена. Короче, полностью я полностью уже не помню, но дело в том факт, что здесь когда-то была большая крепость Звезда. Историю храма я вам расскажу в дальнейшем, причем не одной, там еще один католический храм есть. Этот католический храм переделан в православную, если вы видите, по кресту. Ну, в принципе, в Минске тоже кафедральный собор переделан из католического костела в православную церковь. Это у нас повсеместно по Белоруссии, в принципе, происходит. Ну, сейчас, правда, новые строятся, но все же так. Поэтому я нахожусь, если в случае, в очень-очень историческом месте, очень легендарном месте. Ну что, погнали дальше. Я здесь дубль сделал, а звук не записался, что интересно. Поэтому переписываю. Короче, чтобы долго не копаться и идти дальше,
Потому что время идет, времени нету. Короче, вот этот костел, церковь, как угодно вам. Первое упоминание вообще о городе в 1127. Она, как я помню, тоже была построена приблизительно в то же время. Приблизительно, плюс-минус. Реально, я не копался, не сказал то, что помню. Сейчас она называется Свято-Преображенская, насколько помню. И принадлежит православной церкви. До этого она была католическая, до этого она была арха что-то там. Не помню, архам. Не буду я вспоминать, короче, арха что-то там. Архиепическая что-то, и не помню уже, если честно. Что-то арха. Что еще вам сказать про нее? То, что она была построена сначала квадрат. Вот этот квадрат, прямоугольник. Потом башня была уже, башня была отстроена уже потом, уже то ли при Речи Посполитой, то ли при уже там Московском царстве, не помню уже. Короче, было построено уже потом. Доделки тоже были все потом, так как архитекторы, археологи говорят, что в разном, так сказать, стиле было исполнение. Разные стили исполнения в той или иначе работы, те или иначе пристройки. Окруженная земляным валом, в принципе, один источник говорит, что просто окружена земляным валом, а другой источник говорит, что здесь была крепость. А третий источник, что это часть крепости Звезды. Ну, это неофициальный, я как говорил уже раньше, это параллельная история, можно сказать, антиистория и так далее. Поэтому этому можно верить, можно не верить. Джон Коннор, кстати, блогер, приезжал сюда, и он доказывал, что здесь была Звезда крепость. И вообще, что Беларусь, и не только он, что Беларусь – это бывшая территория страны крепостей звезд. Ну что, заикаюсь, во-первых, жарко, во-вторых, народу много, в-третьих, я на расслабоне полнейшем. В четвертом мозги заняты другими мыслями. Ладно, пойдемте, не буду я долго вас забивать. Вот такие вот дела, ковришки, сейчас мы поснимаем его. Так что, раньше здесь было чище, признаюсь. Не столько много народа не было. Видите, за мной весь Заславль видно, в принципе. На курганы, я думаю, тоже сходим дальние. Покажу место, которое мне нравится. Хотя оно никакое, но оно мне нравится, не знаю, по духу подходит или что. Короче говоря, оно мне нравится. Так что пойдемте, давайте посмотрим. А то я разговорился что-то, хотя говорить я не люблю, еще раз повторяю. Ну, ради вас, ради подписчиков. Попробую побыть идиотом, позаикаться, порассказывать и так далее. Так что подписывайтесь, все ради вас, даже приехал сегодня ради вас, потому что, еще раз напоминаю, ремонт дорог, и я здесь раз 5, может даже больше был. Поэтому ради вас пришел, погода отличная, правда жарковатая, но это так. Так что пойдемте посмотрим, и как там, красава или кто там такой. Только я на свой лад сделал, такой. Заебок. Все, пошли.
Смотрите, как красиво. Кустики. Все красиво. Все красиво сделано. Круто. Краска облупилась. Раньше краска была. Хорошо, вообще это краска или побелка? Видите? Что-то нарисовано было. Видите? Есть штукатурка и... Блин, это вообще... Это... Какие? Краска это... Какие это называют? Вылетело с головы. Которые потолки красят. Не думал, что так сэкономили здесь. Видите, специально оставили кусочек. И туда. Так, давайте сходим, посмотрим, что за камушек. Здесь было раньше надпись, помню. Каком-то там этом при царе. Видите? Здесь тоже что-то, табличка была, видите, сорвали ее что ли, или что, я не знаю. Странно. Короче, на башне не водят уже. Раньше водили. Работает только одна матушка на кассе. Этого. Ну что, красиво сделано. Все цветет, пахнет. Вот история, кстати. Видишь, здесь упоминания, здесь пишут уже в 985 году. Видите, в разных источниках все по-разному. Видите, была крепость, видите. Вот этот князь, который основал Владимир, видите. Ну вот, как-то так. Ну, в разных источниках, я еще раз повторяю, в разных источниках все по-разному, поверьте мне. Все.
Ладно, пойдемте дальше. Так, здесь очень много уделили внимания этому делу. Сейчас здесь будет еще кусок стены, который типа раскопали. Вон там оно будет. Я еще повторяю, здесь я не первый раз. Ну, поменялось кое-что. Более грязно стало. Больше народу стало. И не водит уже на башню. Сейчас пойдем в костел, сходим. Вот он. Кстати, раньше был застекленной с решеткой. И здесь убрали и решетку, и застекление. Я могу даже, если при желании, даже забраться туда. Видите? Ну-ка, я сомневаюсь, что в те времена кирпич был. Вот что. И, кстати, Конор-блогер, кстати, прав, мне кажется. Было построено где-то во времена плюс-минус Речи Посполитой, и это была звезда все-таки. Ну, сомневаюсь, что кирпич был в те времена далекие. Значит, я сомневаюсь, что мы там о кирпиче что-то знали. Ладно, пойдемте дальше. Я не историк, говорить я много не люблю. Да, в принципе, сильно углубляться тоже не хочу. Так что пойдемте дальше. Ров, видите, видно. Раньше здесь был ров, вода была, текла. А здесь она въезд был. Крепость здесь.
бабушку дома. Здесь ДОТ, сейчас мы к ДОТу поднимемся. Здесь музей, насколько я помню. Тоже есть. Блин, опять народу, ё-моё. Туда пойдешь, там народ. Туда пойдешь, там народ. Что-то этот раз я попал. Народу очень уйма много. Ну вот, короче, я на этих буграх. Здесь, если на них подняться, можно увидеть всю округу, но я не поднялся, потому что два раза уже на какую-то ползучку. Гадюка это или не гадюка. Я, в принципе, разбираться не хочу. Там грибные каналы видно оттуда. Вообще, там все идеально видно. Вплоть до Минска, можно сказать. Все идеально видно. Поэтому и там, поэтому вот блогеры считают, что вот эти вот, видите, срезан такой кусок, и там тоже, кстати, вон, видите, бугор вот этот, да, то это и есть, типа, еще одни сцены, их срезали валы эти, крепостные звезды, так что, если я был в своих башмаках, в принципе, я пошел подниматься дальше, но так как я сегодня в шортах,
укушенным я не хочу быть. Мало ли это, змея, не змея, уж, не уж, медянка, не знаю. Два раза уже напоролся там. Одна из-под меня почти убежала, а другая что-то там возле меня куст затрясся и увидел хвост. Поэтому я решил не рисковать. Ну, как-то так. Ладно, пойду подниматься. Вот там грибной канал. Почему я хотел подняться? Потому что идеально красиво все видно. Но там, ну, в принципе, можно попробовать подняться, но здесь, видите, растет кукуруза. Мало ли что вытопчу, мне потом штрафака дадут. Поэтому, видите, там грибной канал. Как-то так. Ладно, не получилось. В следующий раз. Мне на это место что-то тянуло. Вот сейчас приехал и не могу понять, что меня сюда тянуло. Честно скажу. Ну, не знаю, где что-то здесь хорошо. Вот стою, не спешу. Хорошо. Речушечка. Так. Уточки крякают, квакают, жабы. Кстати, вот здесь была железная дорога. Вот этот вал. Раньше вот здесь канава маленькая, узенькая была, ее сейчас прочистили, раньше она узенькая была. Вот этих вот камней раньше не было видно, засыпано землей было вот это все, кстати. И вот там вон тоже обвал, так что как-то так. Не, здесь хорошо, что-то меня тянуло, я не знаю, вот переехал. И вам снять решил. Хорошо, не знаю, мне здесь что-то хорошо, ветерок сейчас обдувает.